Что, в город поедем? Мне пишут, нельзя создать кусок. Поехали в город, так плохо пообщаемся. Ну газуйте, да. Газуйте, я сейчас не знаю, подумаю сейчас, куда мне поехать на самом деле, потому что, блядь. Девятками. Хотя нет, все девятки, там три девятки, да, все остальные восьмерки. Можно тоже поехать, поразматывать. Что, вы заходите, да, майор там приглашение кидает? Да-да-да. Живые есть? Есть. О, заебись, я не один. На игре лучше, потому что у тебя там что-то микрофон не работает. Было бы, конечно, пиздато на тусовку поиграть, но... Это с микрофоном, короче, походу. Там уже кто-то пробивает, блядь. Подождите. Иван, ты тут? Да-да. Ох. Вот и где. Да, арту оставили тут втроем на голом фланге. Да печально. Я поехал в другую сторону. Ну что, можно попробовать, не знаю, сейчас может поеду на базу к ним ворвусь. Да, еще полкоманды тут светилось только. Они все в город поехали, походу. Вот они, объекты и встретились, стервятники, погнали, типы. Ага. Я, короче, на базу еду к Ружке, сейчас помогу. Надо Ружку забирать, можно потом смело ехать, арту забирать. Давите их. Опасный клиент стоит. Что, два АФКшных, что ли? Так стоят просто. Не, они все живчики. Отходи, отходи, майор. Лёва, сука, ещё, блядь. Чёрт, блядь. Не съебался. Не смог. Ой-ой-ой. Артой накрыло мне, ебать, арты как-то хуя. Ух ты, бля, да ну нахуй, Лёва не пробил. Серьёзно.
делаю, пиздец, бля. Забирайте его, бля. Ух ты! ГВшка мне дала, блядь. На раз. А где еще один тяж заныкался, интересно? Вот здесь ВК стоит. ВКшка там? А, вон вижу. А, вон. Вижу, вижу, вижу. Так, она бочком достала, сладко. Держи. Да, вот этот ВК, пиздец, он какой бронированный, блядь, так заебывают порой, пиздец. Да. Очко, ты чё, с Иркутска, что ли? Да. Сангарск. Я с Улан-Удэ. Вообще прям не считаю, да, рядышком. Рядышком, да. Кто Сангарска? Очко. Ну Влад меня зовут.